Дает судья свисток, продолжается матч. Первый тайм дополнительного времени у нас начался. Гоналон. Загоев. Катают они мяч. Очень хорошо в обороне сыграно. Сегодня обе команды играют очень неплохо. У них здорово держится мяч. И мы уже видели несколько результативных атак с каждой стороны. Поэтому сейчас на повестке дня главный вопрос, кто же сумеет отличиться следующим.